«Бакальчуки бьют посуду, прилюдно делят вайлберис». Вся страна выучила эти фамилии. и абсолютно никто не сочувствует, потому что богатых в России не любят. Но за разборкой с интересом приглядывают, поскольку от нее уже деваться некуда. Рядом с Кремлем звучат выстрелы. Это штурмом берут вайлберис. И вновь чеченцы, и вновь убитые. Но вместо более привычного и ожидаемого сценария, когда убили политика это всего-навсего спор хозяйствующих субъектов. Причем по сценарию видно, что он очень провинциальный. Это все-таки не в Москве принято так шуметь, с таким громом, гамом, шумом и с таким количеством последующих эффектов устраивать вход ради того, чтобы просто поговорить, посмотреть бухгалтерскую отчетность и разобраться, кто здесь хозяин. Выстрелы в бизнес-центре недалеко от Кремля должны, по идее, были бы изумить. У России 20 лет была картинка, Мирной, спокойной, респектабельной жизнью. Практически то же самое, наверное, испытывали люди, когда при Елизавете Петровне, дочери Петра I, императрицы, с 1741 по 1761 год в России не было смертной казни. И люди поверили, что жизнь в этой стране возможна, и выдали желаемое за действительное. Вот так же в Москве не то чтобы убивали каждый день, но как-то вели себя настолько прилично и спокойно, стесняясь публично предъявлять друг другу претензии и рвать волосы, а также бизнес, а заодно и глотку, что мы начали верить в цивилизованность России, возможность жить здесь по-человечески, ну, потому что, смотрите, все-таки не убивают. Все-таки по Красной площади медведи не ходят и водку у детей не отбирают. Поэтому, наверное, здесь возможна человеческая жизнь. Сейчас мы, в принципе, должны делано изумиться и сказать, ну как же так, это же 90-е, ничего подобного быть не могло. Россия всегда была такой, то, что мы этого не видели только потому, что не хотели этого замечать. В России нет настолько легального, честного и безупречного бизнеса, чтобы не убивали. Россия — это страна серой экономики. Когда Голикова отвечала у нас за социальные вопросы, она с изумлением констатировала, но каждый раз тут было некое все-таки расхождение по цифрам, но минимум 40% населения трудоспособного в России было занято в сером секторе. Это официальные министерские данные. То есть получается, что Минимум 40% российской экономики в серую? Да, так и есть. В России крыша, в России ФСБ и в России скрытые финансовые потоки. Так устроена Россия, так устроен бизнес. Из-за этого нормально совершенно в провинции все время убивали, резали, сажали закрыть. Это же было абсолютно нормальной атмосферой бизнеса. А из Москвы картинка выглядела другая, потому что в Москве респектабельные новые бордюры плитка, люди в галстуках. Москва — это столица мерседесов, планета Земля. Такого количества мерседесов, С-классов, потоки еще поискать не встретишь ни в Германии, ни во Франции, ни в Великобритании, ни в Америке. Это Россия. И здесь все очень чопорно, все очень якобы легально и якобы приглажено. И вот эти вот выстрелы в Вайлдберрис, унесшие две человеческие жизни, они должны были потрясти, а на самом деле никого не потрясли, потому что мы всегда знали про свою страну, что она такая. И в те времена, когда кто-то верил вдруг по ошибке, что он может по-честному создать бизнес, по-честному работать. Заплатил налоги, спи спокойно. Мы видели, что эта картинка не соответствовала действительности, потому что именно эти люди очень быстро становились жертвами, очень быстро попадали под расправу. Бизнес в России, он организован в первую очередь в ФСБ. Есть такая иллюзия, будто бы это частная инициатива. Нет. Частная инициатива, если вдруг за ней не доглядели через какое-то время становится методом, способом и вотчиной кормления либо ФСБ, либо любых других силовиков, либо крыши от бандитов. Иногда это одно и то же. Иногда крыши две. И они договариваются, как именно они будут даить этот бизнес. И вот сейчас, когда в том числе мы видим, как безапелляционно Путин отбирает бизнес, то же самое Рольф, то же самое Данон, а сейчас, кажется, уже и Вайлдберрис, передает чеченцам, либо передает другим выгодным людям, это нормально. И произошло только одно. Это не свежие выстрелы, внезапно изумившие страну, поскольку так не принято. Это просто перестали стесняться. И этот не московский сценарий пришел теперь в Москву. И именно поэтому он прозвучал на всю страну. Когда делят заводы, фабрики, предприятия во глубине российских руд, а об этом просто никто не узнает. Ну, потому что нет прессы потому что все-таки губернатор держит руку на пульсе и пальцы на глотке. Попробуй. А вот теперь в Москве перестали стесняться. И то, что по Москве гастролируют ингуши чеченцы, никого не удивляет. Удивляет только то, что теперь об этом все узнали, все увидели и услышали. Но Россия всегда была такой. В России всегда так принято. В России нет честного бизнеса. В России нет тех самых несерых финансовых потоков, отчетности и ясной бухгалтерии. Государство устроено таким образом, что оно само не позволяет ни в коем случае бизнесу быть честным. Те, кто попытался, те сели в тюрьму, либо были убиты, остальные покорились и спокойно работают. И Россия, которая во все времена еще все-таки, будучи Советским Союзом, помогала строить коммунизм во всем мире, она была заинтересована как раз вот в подобной схеме теневых потоков, когда нужно было кормить разные революции, всяких диктаторов, поставлять дипломатической почтой оружие и устраивать всякие диверсии, провокации и приглядывать за тем, что происходит на планете Земля. Легальными деньгами такое, как правило, не делается. С тех пор мало что изменилось. У нас существует иллюзия, что, например, автомобильные дилеры в России — это легальный бизнес, люди в галстуках, у них уж точно из-за того, что у них западные партнеры, у них, конечно же, прозрачная бухгалтерская отчетность. Ничего подобного. У нас нет ни одного не ФСБшного автомобильного дилера, а часть из них просто откровенно учреждена ФСБ. Вызвали, приказали, щелкнул каблуками, и вот он уже официальный дилер какого-нибудь Вольва или Мерседеса. Именно для того, чтобы всегда иметь возможность теневой поток финансов перекинуть за границу под крышу к немцам, шведам, спокойно профинансировать то, что считается нужным. И именно вот это вызвало необходимость разборки с крышей, разборки с фискальными органами проводить в тихую. В регионах не всегда получалось, а в Москве из-за того, что здесь самые главные серые финансовые теневые схемы, нужна была тишина. Поэтому сажали друг друга тихо, поэтому отстреливали друг друга тихо, поэтому заказывали друг друга тихо. Единственное, что произошло 18 сентября 2024 года, перестав стесняться, вот именно эта неприглядная сторона России стала очевидной и была предъявлена на примере Вайлдберрис. Надо — заберем, надо — перестреляем, надо — на гоп-стоп, рядом с Кремлем. Стесняться не будем, потому что мы так жили все эти 20 лет. Все 25 лет при Путине Экономика и бизнес жили так. То, что мы не хотели этого замечать, не говорит о том, что было иначе. То, что мы, как при сошествии с престола Елизаветы э. Петровны, изумляемся появлению новых правил игры после 20-летнего моратория на смертную казнь, говорит только о том, насколько мы не захотели видеть правду, насколько мы обманулись. Теперь мы перестаем обманываться». Теперь мы продолжаем наблюдать за удивительным сериалом Быкольчуков, на примере которых еще очень многое станет наконец-то очевидным, от чего мы отворачивались и не хотели принимать во внимание. И, конечно, это не последняя серия. Впереди еще очень много битой при людях посуды с удивительными последствиями.